тесть угостил очередной порцией свежевыгнанного самогона. Что нам понадобится? Нам понадобится 3 яблочка. Вот смотрите. Главное, сердцевину удалить и 3 яблочка порежьте долечками. Заливаем 0,5 тестиного самогона. О, сахарочку добавлю. 3 столовые ложки. 2 и 3. 2 палочки корицы я бросаю в свою баночку. Раз кладем и 2 кладем. Закрываю крышечку. На 7 дней в темное место при комнатной температуре. Смотрите, что у нас получилось. Блин, это мой фаворит сейчас будет.